У тебя танец, Кент мой сказал, пластика испорченного робота. Вот такое впечатление. А потом я, знаешь, смотрел, как пляшет шаман, когда экзальтирован. Вот у меня самые прямые параллели. Понимаешь, вот такое впечатление, что через тебя какая-то энергия темная плещет или светлая, не знаю. Ну, какое-то вот эти вот движения. Я посмотрел, понимаешь, попробовал подрыгаться 5 минут. То есть меня пот прошиб, хотя я достаточно много занимался спортом. Вот мы очень плохо переживаем. Мы растолстели, как ты видишь, стали такие. Да, то есть я сейчас, я впервые, допустим, за 60 килограмм передавил, потому что я до этого всегда уже 57. Мы писали полтора года альбом, из дома практически не выходили. Полтора года было два альбома у нас в этой записи. Я не знаю, как в мире что-то называется, синдром. Когда я думаю, то есть ничего не делаешь, ну, собственно, я физические действия, только там на стуле сидишь, это раздражающий возраст, ты очень сильно как-то... Это у вас медицинское определение? Да, медицинское определение, как называется? Не знаю, динамия, что называется. Динамия, скажем, случилось, на полтора года мы концертов практически не давали, но у нас ушло чудовищное количество энергии. И то, что мы сейчас писали два года, это очень, как бы сказать, такое, я доволен, это может быть впервые в жизни, впервые в истории, так сказать, два альбома возникли, таких, которых не было раньше. Там нет ни одной ноты трезвой. Это альбом полностью, который был сделан под максимальной искренней. Мы там посчитали, сколько памяти, так сказать, 300 литров. Только на запись одного голоса ушло, да, 300 литров коньяка. 300 литров коньяка ушло на запись одного года, да, голоса. Причем вот не знаешь, что он был не пьяный. То есть это просто, то есть когда это было максимальное доведение, да, когда вот больше ничего не осталось, после этого физическое состояние плохое. Всех членов группы, так сказать. Вот. Я на симуляторах очень много писал, у меня по всей причине все посел, там сердце, там все. Ну, то есть мы сделали на износ работу. Просто полтора года на износ работали. Что это вещь? Полтора года, представляешь, писаться, да? Да, это забыл. Вот. Потом вот я стал собирать записи, вообще впечатление было такое совершенно дикое. То есть это настолько неожиданно для меня. Ну, понимаешь, вот все равно, что представь, в чужой совершенно стране, я не знаю, там, на Марсе встречаешь человека, который говорит о чем-то, непонятно о чем, но это тебе очень близко, очень дорого. Мне очень понравилось это. Я сегодня утром встал и говорю, о, летом приедет, как хорошо. Вот, и как-то так. Да я не знаю, у меня вообще какое-то ощущение, что мы столько ездим постоянно, да? И у нас есть какой-то определенный сорт людей, вот, ну, как будто с ним связано, куда уже вот часто тебе вот, первый раз тебя вижу, да, ну как вот очень легко, которые, так сказать, сходятся, которые как будто очень давно друг друга знают. Конечно. У нас на все концерты наши московские приходят наши, так сказать, старые эти деятели, то есть такие же, как мы. Ну, то есть это как нация какая-то, я не знаю, как это назвать.